Привет, друзья, с вами Маркович, продолжаем играть в Scrapnaut. Мы с вами нашли лабораторию, где находится оставшийся в живых, и сейчас с его помощью, ну, в большей степени, конечно же, мы, потому что мы везде по карте бегаем, собираем разные полезные штуки, настраиваем вот этот вот телепорт, судя по всему, который нас будет телепортировать, я так полагаю, вот сюда на остров, ну и там нас замеждает дальнейшее, видимо, приключение. Сейчас же наша с вами дорога лежит вот сюда, вот этот биомчик, да, в эту локацию, в четвертую, в самый ее, собственно, конец, так скажем. Ну что ж, у нас с вами есть зелье, у нас с вами, в принципе, есть баки кислорода, поэтому можем туда отправиться и найти, видимо, что-то еще необходимое. Поехали, сейчас, правда, уже вечереет, я думаю, что нам с вами стоит, наверное, быстренько сюда отправиться поспать, чтобы темно тоже не было, да, и потом уже при помощи телепорта также вернемся обратно, собственно, и отправимся дальше. Готово, это было довольно быстро, буквально, знаете, секундочку у вас прошла, и мы уже, собственно, опять здесь. И отправляемся дальше по квестику. Что у нас с собой там по припасам есть? Надо было выложить, наверное, все лишнее. Что-то я как-то забыл про это немножко. Оп, и вновь секундочка, и все готово. Ну, благо, опять же, телепорты здесь везде есть. Ну что ж, оружие, орудие я оставлю на всякий пожарный случай, и мы с вами отправляемся. Так, у нас 11 зелий еще имеется с собой на всякий пожарный случай, опять же, да, и баллоны с кислородом. Ну, естественно, еда 21 уже банка осталась, я думаю, нам с вами этого добра хватит. Ну и по пути, конечно же, будем заходить в интересные места, как вот это вот, например. Так, друг, ты что-то мне хочешь? Ну давай, посражаемся с тобой немножко. Вот ты как бы и проиграл. Забираю книжку навыков, это забираю. Ну давай, слиток тоже заберем. О, там этот дядька суровый катится. Но он нас пока не заметил, в общем-то, хрен бы с ним на самом деле. Так, это заберу, и там вроде бы особо мне ничего не нужно. Утиль, хрен бы с ним. Все, погнали дальше. Мы с вами, я так полагаю, уже близко, да, находимся. Да, здесь мы с вами тоже точку отметили. И следующее будет нашим, так сказать, пунктом назначения. Она довольно далеко еще находится, но вот потихонечку мы с вами пробежимся. Даже не буду на них отвлекаться. Они все равно меня сейчас не догонят, поэтому нормально. Так, и не буду не забывать, конечно же, принимать зелье кислорода, само собой. Он даже нам восполняет, как видите, кислород. Прям-таки замечательно. Ну что ж, мы с вами на месте, и здесь... Укрытие, да, мы с вами то самое ядрить вас здесь нашли необходимое. Так, спокойно, 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 ребятки. Отстаньте, мне нужно сюда зайти просто. Мне нужно просто сюда зайти и взять здесь необходимые детали. Вот, кстати, оно. Ключ портала тот самый, который мы с вами искали. Ну что ж, и обратно к выжившему. Но перед этим, само собой, мы заберем здесь книжечку. Так, мы заберем с вами кислородный баллон, естественно. И заглянем в сундук. Метеоритный клуб. Хорошо, я возьму метеоритный клуб. Дубины, короче говоря. Так, ну что ж, давайте мы с вами обратно телепортируемся вот сюда. И идем говорить, что мы нашли, что, возможно, теперь мы с вами сможем даже телепортироваться на тот самый остров. Посмотрим. Мы вернулись и принесли необходимые штуки. Держи. Я почти закончил, завтра будет работать блок питания. Я нашел диск, похожий на ключ телепортации из лаборатории. Вероятно, ведет в другое место, но механизм действия идентичен. Мы будем использовать его для тестирования портала. Вернусь завтра. Окей, подождать один день. Ну что ж, мы все отдали. Давайте просто вернемся на нашу базу. Подождем один денечек, поспим буквально. И я думаю, все уже будет готово. Сколько там, интересно, дамагу у метеоритного клуба? 52. Ну, это прям вообще хорошо. Это прям супер здорово. Ну, это так сделаем, на всякий пожарный случай. Мало ли, какой-то мощный противник с вами там попадется где-нибудь, можно будет... Использую тогда тот самый метеоритный клуб. Так, и электроутиль сюда пока. Ну, я думаю, такого количества оружия и орудия нам с собой хватит. Еды. Так, что у нас там, по идее, давайте посмотрим. Консервы у меня закончились, но у меня тут дофига овощей еще. Быстренько восполним запасы, собственно, и можно будет пойти поспать. Так, 30 у нас с ними помещается спокойно, и это просто прекрасно. Такого количества, я думаю, с вами точно хватит. Ну, даже один сейчас съем еще. Так сказать, про запасик. Все, давайте спать. А, я пока сейчас не могу, что ли? Видимо, не могу... А, ну да, потому что утро сейчас, хорошо. Ну тогда пока займемся огородными делами. Я как раз соберу овощей, высажу здесь новые. Сейчас время подойдет, может быть, поспать. Пропустим денечек и отправимся дальше в приключение. Ну а пока немножко с вами давайте тоже побегаем, поизучаем локации. Вот, заодно мифриловый меч нашли очень... Ой, не меч, а молот, точнее, очень удачный. Так, постить мне все не надо, наверное. Это я оставлю. Кислородный баллон, как всегда, заберу. Так, кристаллики домен тоже... О, книжечка, 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 подожди, не стреляй. Вот это, возможно, пригодится. Титан тоже можно собрать. Ну, давай, 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 давай. Сейчас мы с тобой будем здесь сражаться немножко. Ну, как бы так. Отлетаешь, как обычно, в общем-то. Так, давайте соберем. И здесь у нас с вами тоже титан, пожалуй, заберу. Сейчас как раз на базу полетим с вами. Заодно там все это дело и выложим. Ну что ж, день наконец-таки прошел. И, собственно, мы с вами обратно идем. Давайте, все, подождали.
поговорим опять с оставшимся в живых, естественно. Тут опять куча оружия набрал с собой, еще налутал мифрилового всякого разного добра. Что, в общем-то, тоже неплохо довольно-таки дамажит. Ну, пойдемте поговорим, что он там нам скажет. Может, уже куда-нибудь отправимся наконец-таки. Так, ну мы к тебе пришли, здорово. Что там, что скажешь нам? Вроде все работает, портал открыт. Ага, вижу, заработал, правда. Что на другой стороне? Если достаточно смелый, ты можешь идти первым. То есть, как бы, у меня выбора нет. Ну, пойдемте, чё. Ну, как обычно, нужно использовать, понял. Окей, хорошо. И мы с вами появились... Где там? Исследовать остров. Причем нам показывают, как будто мы сами здесь находимся, но это не так. Ладно, здесь есть, как мы видим, руда. Как минимум, мифриловая, золотая. По всему. И здесь есть чем дышать, что уже хорошо, в общем-то. И я смотрю, не только пальмы, но и всякие разные кустарники тоже имеются. Платина. Кристаллики. Опять мифрил здесь есть. Ну что, давайте по дорожке просто пойдем, посмотрим, куда нас с вами это приведет. Благо, что еды мы с вами запаслись. Тут полный титан тоже есть и все на свете. Какое-то местечко я уже сейчас вижу. Давайте в него подойдем. А, ну это для строительства базы место, кстати говоря. Задание обновлено. Поговорить? Опять поговорить? Подожди, ну, блин, жаль, что непонятно, где мы с вами находимся. Или все-таки мы на этом острове просто не показывают? Ну, это как-то странно тогда, почему не показывают, интересно. Много титана довольно-таки здесь, смотри, тоже есть. И... А, ну все. А, я могу ходить здесь нормально по океану, поэтому... Какой-то он, знаете, по колено. Буквально море по колено. Ладно, я не буду далеко заходить, потому что там, видимо, как-то... То ли ничего нет, то ли просто супер далеко. Но, видимо, здесь-то больше ничего и нет, кроме как места для базы, я так понимаю, и куча материалов разных, судя по всему. Ну, давайте вернемся, короче, поговорим, в любом случае. От нас только это и требовалось, видимо, узнать, что здесь есть место для постройки. Сейчас будем с ним разговаривать. А ты, подожди, а где он? Может, это здесь? Ну и куда он делся? Выживший? Здрасте, ты не видел его? А, ну может он тоже типа в портал сиганул, ну давайте посмотрим. А, ну да, вот он около портала, все, нормас. Я не думаю, что кто-то ожидал это. Я нашел строительный круг. Это интересное, безопасное место для базы. Очередное безопасное место, окей. Возможно, это место использовалось для тестирования. Это тупик, но ты можешь остаться здесь, пока я не починю ключ телепортации. Хорошо, отдохни. Подождите. Конец контента в раннем доступе. Спасибо, что играете в Scrapnaut ранний доступ. Мы открыты для... Угу. Ну, получается все. Получается, мы с вами... Не узнаем продолжение сейчас. К сожалению. То есть то, что мы с вами можем делать, это просто дальше строить и все. Отражать атаки, например. А сюжет на этом пока что заканчивается. Ну что ж, друзья. Тогда мы с вами будем на этом заканчивать. Как говорится, сюжетное продолжение, да, следует. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, было весело и интересно. Спасибо всем за просмотр, особенно тем, кто смотрел от начала до конца. Естественно, спасибо за ваши комментарии, как всегда. И, конечно же, впереди нас с вами ждет еще очень много интересных проектов, поэтому оставайтесь с нами, не забывайте нажимать на колокольчики. Ну и мы с вами, как всегда, увидимся. Всем до скорого и пока-пока.